пока вы мне пишете, какие машины мне приобретать с Японии, посмотрите, какой прекрасный закат. Кайф. Солнце еще ниже спадет, и вообще красиво будет. А вот приехала BMW. Ссылочка владельца вот тут. А закат максимально красивый. Кстати, он уже 2 года бы обижается на того, что я его не отмечаю. Так что вот лайки ему поставьте, пожалуйста. Клим, я тут по твоим стопам пошел, марка приобрел. Но мне кажется, Clean Look выглядит пиздаче, не? Вот такая вот интересная книжечка приехала. Это инструкция, как открывать крышу. Собственно, мне вот ее не хватало. Надо было ручник поднять, чтобы все заработало. Так, на Варету тоже приехала книжка. Тоже инструкция, все имеется. Такая вот еще книжечка Сильвия. Тоже еще один ключ приехал. Блин, Японией пахнет, офигеть.